Лансаротте, Испания. Остров Лансаротте, Лансаротте, относится к Канарским островам Испания. Его также называют островом огнедышащих гор. На небольшом острове длиной около 60 и шириной в 15 километров расположено около 300 вулканов. Осенью 1730 года одновременно из 30 кратеров начали вырываться лава и пепел. Извержение продолжалось 6 лет. В результате треть острова покрылась безжизненным базальтом и пеплом. Это обстоятельство очень негативно сказалось на сельском хозяйстве Лансаротте. Виноделов это не остановило. Они в конце концов приспособились успешно выращивать виноград прямо в вулканической пустыне. Основная часть виноградников Лансаротте расположена в долине Лагерия, которая на значительном своем протяжении покрыта толстым слоем пепла. Дождей здесь практически нет. Искусственное орошение тоже не практикуется. Растения подпитываются росой, которая конденсируется на стенках воронок. Насыщенный пеплом слой почвы в свою очередь имеет свойство подолгу удерживать в себе влагу. Виноградные ямы, как правило, окружают специальной оградой из базальта для защиты от иссушающих ветров. Виноградные саженцы высаживают специально вырытые ямы или траншеи до нескольких метров шириной. Делается это для того, чтобы корням было проще добраться до плодородного слоя почвы и в целях обеспечения винограда влагой. Несмотря на столь суровые условия, урожайность составляет здесь до 40 килограмм винограда с лозы. Местная винодельническая индустрия производит порядка 2 миллионов литров вина в год.
Местные жители рассказывают легенду о том, что именно здесь, в Лансаротте, остановилось и потухло сердце земли, покрывшись базальтом и черным пеплом. Но мать природа все же жалилась над землей и одарила зияющие раны сердца зелеными жемчужинами винограда. Остров Лансаротте довольно популярен у туристов, как, собственно, и Канары в целом. Экскурсионные туры по острову, включая в себя, помимо всего прочего, посещение экзотических виноградников и винных погребов. Самым лучшим подарком здесь считают бутылку хорошего вина с необычным вкусом и оттенками.